сорт острого перца Аджи Пульсар. Это вот такой вот перчик красного цвета, вот такие небольшие стрючки у него. Этот сорт относится к виду Capsicum Baccatum. Созревает этот перчик от зеленого цвета. Вот такого вот. От зеленого, потом до оранжевого. Вот оранжевый цвет. И в конце до красного цвета. Стрючки имеют среднюю остроту. Острота у этого перчика от 3 до 5 тысяч сковелей. На вкус они хрустящие и немножко сладковатые. Это кустарниковое растение. Довольно раскидистое. Высота растения, если выращивать, к примеру, в цветочных горшках, будет в пределах 70 сантиметров. Если выращивать в открытом грунте, высота может быть достигать даже до метра. Срок созревания вот такого перца от 70 до 80 дней. Сорт очень и очень высокоурожайный, если посмотреть. Смотрите, какое здесь большое количество плодов на нем. Очень высокоурожайный. Дает большое количество стрючков. С одного кустика при хорошей агротехнике можно собрать до 400 плодов. Можно выращивать его как в открытом грунте, так можно выращивать и в теплицах, и на подоконнике в горшках. Очень высокоурожайный, неприхотливый сорт. Тоже такие дают большие урожаи, как, к примеру, Аджи Лимон. Сорт многолетний, можно выращивать в течение 12 лет. Очень хороший, так что советую, попробуйте вырастить такой сорт у себя дома.